Всем привет! Сегодня у нас с вами очень классная тема. Я буду показывать и рассказывать о своих самых классных находках на AliExpress за последнее время. Я не подсматривала у других, это то, что приглянулось мне. Я купила, я осталась довольна. Сегодня будет много свежего и интересного. Наливаем чай, кофе и поехали! Я решила начать с бижутерии. Это тот раздел, который я посещаю чаще всего. У них там огромный ассортимент, очень быстро появляются самые модные, самые актуальные аксессуары. И вообще я люблю дополнять даже самые обычные базовые образы, базовую одежду при помощи всевозможных аксессуаров. И тогда каждый раз один и тот же наряд смотрится немножечко по-разному. Я как-то показывалась в своем инстаграме с этой подвеской, многие девочки просили поделиться ссылкой. Она будет в инфобоксе. С одной стороны она с цепью, а со второй с жемчужинками. Причем они не регулярные, они не похожи на бусинки, они реально издалека имитируют настоящий жемчуг. Застежка у нас находится спереди и внизу вот такая симпатичная ракушка. Очень классный, как по мне, такой даже немножко летний аксессуар, хотя можно носить в любое время года, но мне нравится и с белыми рубашками, с какими-то сарафанами, с чем угодно, даже с обычным топом, обожаю. Очень нарядные сережки, которые напоминают мне какой-то фантастический фонтан из стразов, из камней. Качество у них отменное, в магазинах их продают втридорога, поверьте мне на слово, смотрятся настолько эффектно, только посмотрите, как они переливаются. Я планировала их надеть с таким скромным платьем на свадьбу, на которую нас пригласили в июне, не факт, что мы вообще на нее пойдем, что она будет, но пусть даже эти серьги подождут Нового года, они того стоят. В течение года обязательно найдется повод, чтобы выгулять их, они настолько радуют мой глаз, я вам передать не могу. И вот обычно перед Новым годом очень много заказов, также в ноябре там какая-то распродажа на AliExpress, и иногда то, что тебе нужно, то, что ты планируешь надеть на Новый год, просто не успевает доезжать или приезжает к вам по факту. Поэтому от души вам рекомендую или эту пару, или те, которые я показывала в прошлых выпусках, те я уже относила по полной, наверное, в этом году я переключусь на такие интересные, классные. Я видела у многих девчонок, и никто никогда не признается, откуда у них такие сережки, а я с вами делюсь. Это моя любовь. Она приехала последней, но только посмотрите, насколько это красиво выглядит. Это чехол для телефона, они были в нескольких расцветках для разных моделей телефонов. И у меня розовый, был еще золотой и серебристый. И такой симпатяга теперь, прям как новый. Я думала, что чехол будет пластиковым или металлическим, но нет, он силиконовый. Без проблем работают все боковые кнопочки, можно заблокировать экран, там сделать тише, громче. Короче говоря, я еще раз убеждаюсь в том, что чехлы не имеет смысла покупать в каких-то других магазинах. На AliExpress их навалом, выбирай не хочу, и вот этот однозначно вам рекомендую. Самая толковая, самая полезная, самая нужная покупка – это зубная щетка от марки O'Clean. Я не настаиваю на этой модели, я даже не настаиваю на этом производителе. Я все это приобретала сама, это абсолютно честный отзыв. Но хочу сказать так, когда ты после чистки зубов проводишь языком по зубам, ты понимаешь, что у тебя идеально чистые зубы. Но для тех, у кого чувствительные десна, которые кровоточат из-за щеток именно, для тех, у кого оголяются, я не знаю, это корни или нет, ну короче, та часть зубов, которая становится чувствительной, которая реагирует на воду, на холодный воздух. У меня это была проблема, и по совету своего стоматолога я перешла на такие щетки. Эта щетка стоит в 2 раза дешевле, чем, например, Philips, и также можно выбрать модель попроще. Бренд называется O'Clean, и насколько я знаю, он принадлежит вот этому производителю или концерну Xiaomi, Xiaomi, все читают по-разному. Поляки вообще ужасно коверкают это название, если вы знаете, как правильно. Не стесняйтесь, напишите мне в комментарии внизу. Вот каждая деталь здесь выполнена на совесть. Щетина не царапучая, вообще нет никаких нареканий. И включается она при помощи кнопки всего одним нажатием. Сначала она что-то там говорила, но когда скачиваешь приложение, можно убрать звук и также выбрать какой-то там специальный, подходящий лично вам режим чистки зубов. У меня самый обычный, я считаю, что это самая удачная покупка. С тех времен, когда я начала заказывать на AliExpress, это моя абсолютная находка, стоящая каждой копейки, и я уже порекомендовала своей маме, мой муж так посматривает на нее. И если сравнивать с Philips, например, да, то по цене это выгоднее, она симпатичнее, она красивее, как-то лаконичнее, но самое главное, что когда чистишь зубы,
она не разбрызгивает всю воду с зубной пастой вокруг. Это очень удобно, это тот момент, который очень сильно раздражал меня в щетке Philips. И также щетина здесь более приятная, мне она больше нравится. Также можно чистить язык, ну короче, программ есть несколько, и просто обалденная находка. И также к этой щетке я докупила две сменные насадки, потому что со временем их нужно менять. Я надеюсь, что вы мне не напишите, что этим пользоваться нельзя. Это ластик для чистки замши. Я решила протестировать его на тех босоножках, которые я собиралась выбросить. Они очень убитые, им очень много лет. И когда их обуваешь, они не смотрятся настолько страшными, я вам это обещаю. Но вы мне сказали, что их можно отнести в чистку, в какую-то там фирму, которая занимается реставрацией обуви. И они все ждали своего звездного часа. Как вы понимаете, я так и не добралась до специальной фирмы, но увидела такую штучку и думаю, попробую-ка я очистить их. Я была в шоке, честно. Я надеюсь, что камера смогла передать разницу до и после. Короче, то место, где у нас находятся пальчики, куда попадает пыль, песок, вот это вот все, и там тоже замшевая стелька. И от пальчиков даже спустя там несколько дней появлялся след. А тут при помощи этой губки я реально за одну минуту очистила это все. Как это возможно, я не понимаю, но это реально работает. И этот ластик предназначен для замши и для ноутбука. Стоит копейки, и я обязательно закажу себе еще несколько штучек про запас, потому что когда пользуешься этим ластиком, он как бы стирается и расходуется. Несколько интересных находок для волос. Первое — это зажимы. Всегда, когда я нахожусь дома, я обязательно убираю волосы от лица. И также, когда я крашусь или умываюсь, я не могу, когда это все висит. Мешает мне что-то непонятное, поэтому я обязательно пользуюсь или резинками, или вот такими зажимами. У меня есть от профессионального какого-то бренда, они такие прорезиненные, там все по качеству чуточку лучше, но работают точно так же. Они, конечно, немного оставляют заломы, но иногда я беру, например, бумагу или какую-то карточку и вот сверху подкладываю, то есть здесь волосы, здесь бумага, и вот таким образом все закалываю, чтобы не было некрасивых полосок. А так они захватывают большое количество волос, хотя у меня волос там не так много, но всегда теряю вот эти зажимы и не вижу смысла тратиться. Так что купила себе вот такой наборчик из 6 штук, разложу по всему дому, чтобы не бегать с первого этажа на второй, на третий, где эти зажимы. Очень удобно. Также заказала две вот таких повязки для волос. Это очень удобно, волосы не лезут в лицо, в глаза. Люблю дополнять свой образ какими-то сережками, еще какими-то очками. На пляже это незаменимая вещь, потому что я не всегда люблю, например, связывать волосы. Мне хочется, чтобы они наоборот выгорали, но чтобы у лица мне ничего опять же не мешало. Так что я заказала себе целые две повязочки. Одна типа замшевая, и вот так она выглядит как-то непонятно, но если ее красиво разложить, уложить, то очень симпатичненько и интересно. А вот эту я люблю, например, с белыми нарядами, с бежевыми, с карамельными, с черными, с джинсовым, кстати, тоже очень красиво выглядит. И да, на AliExpress там и обручей полно, я заказала себе еще и обруч, и вот такие повязочки. Мне кажется, что летом это как раз самое оно. По-моему, я уже показывала вам этот держатель, фиксатор для штор в каком-то влоге, но не говорила, что они у меня из AliExpress. Я еще две штучки себе докупила. Сначала взяла на пробу целых три. Я не знаю, как такое произошло. Они есть в разных расцветках. Я вот так собираю две шторы. У нас обычные шторы из Икеи. И здесь хороший магнит, который нормально держит. Причем эта штучка не тяжелая, она не съезжает. И так, как я сказала, закажу себе еще, чтобы был уже полный комплект, а то как-то непонятно. Очень красиво выглядит. Сейчас на мне также мое приобретение из AliExpress. Это сережки в виде замочков. Они также есть в золоте или вот такие в серебре. Они очень легкие, они не расстегиваются, они не ощущаются. У меня не вызывают никакой аллергии, дискомфорта, целый день ходишь. Они вот такие незаметные, но все равно стильная деталь в образе. И также вот такие подвесочки у меня из H&M. Но я уверена, что что-то похожее можно найти и на AliExpress. Еще одни сережки, которые я показывала во влоге, но что-то напутала с ссылками. В общем, эти сережечки выглядят таким образом. Я часто их ношу, и они классные. Они уже потяжелее, а так выглядят они, конечно, очень эффектно.
Я просто не могу в это поверить, но это очень удачная пара обуви, которую я заказала на AliExpress, и всегда куча вопросов, откуда у тебя такие мюли. Я вот сейчас не помню, это кожа или нет, такое впечатление, что внутри вот эта подкладка кожаная, но я могу ошибаться. А вообще они сами по себе очень мягкие, комфортные, и они не парят ногу. Я спокойно могу ходить в обуви из Zara, не во всей, иногда бывают неудачные колодки, но у меня такая непривередливая нога, скажем так. И единственное, что я заказала себе 39 размер, при том, что я ношу 37,5-38, то есть учитывайте то, что здесь очень занижена размерная сетка. И, наверное, если бы у меня была узкая нога, я взяла бы себе 38 размер, по той причине, что все-таки со временем они немножко растягиваются, и у меня нога не сильно туда съезжает, но если у вас ножка худенькая, то она, возможно, будет просовываться дальше. Что-то еще, здесь нет никакого клея. Был немножко запах, когда они приехали, но он настолько быстро улетучился, что сейчас они ничем не пахнут. Они также есть в серебристом цвете, в белом и в черном. Еще одни вот такие аккуратные сережки, золотистые колечки с вкраплениями жемчужинок. Они немного ощущаются на ушах, не то чтобы как-то их некрасиво оттягивают или мешают в течение дня, но по сравнению, например, с вот этими замочками, вот чувствую, что в руках у тебя есть сережки, причем такая конкретная пара. Если вы любите что-то неброское, что-то такое маленькое, но опять же в тренде, то я думаю, что вам должны понравиться такие сережки, и во многих магазинах есть что-то похожее. Очень часто они слишком большие, мне это не очень нравилось. А это вот такая фишечка, такая точка над «и» в целом образе. Для маникюра вы мне столько всего насоветовали, я заказала, сейчас жду такой типа как пылесос, который используешь во время того, как снимаешь фрезой старый гель-лак, чтобы не вдыхать это все. Посмотрим, и также вы мне советовали некоторые фрезы. Я же себе докупила вот такие бочоночки. Я показывала, как я делаю гель-лак дома, как я избавляюсь от него, как я наношу новое покрытие. Я не специалист, но в домашних условиях мне удается сделать вполне себе неплохой маникюр. И вот такой бочонок, я раньше не совсем понимала, зачем он мне нужен, а потом увидела, что мой мастер по маникюру использует бочоночек для того, чтобы убрать омертвевшие частички именно с боковых поверхностей пальцев. И очень хорошо, но аккуратно отшлифовывает, и когда делаю педикюр, тоже им пользуюсь. Главное не включать максимальные обороты, не очень сильно прижимать к ногтю фрезу, если вы ею пользуетесь, и тоже не задерживаемся надолго в одном месте, потому что можно сделать себе ожог или допилить до мяса буквально. Так что очень аккуратно, по чуть-чуть шлифуем, и обожаю. Теперь не представляю себе вообще свой маникюр, свой педикюр без вот таких маленьких насадочек. Это как шлифовочная такая бумага, знаете, и со временем она стачивается, поэтому я купила себе сразу 100 штук, хватит до конца жизни. Что у нас тут еще? Вот такое оригинальное ожерелье. Сейчас все эти цепи очень-очень модные, поэтому выбирайте свой размер, у меня их есть несколько. И мне интересно было, как будет выглядеть вот это. Как что-то такое, вот знаете, как главный акцент, наверное, в наряде. Да, не на каждый день, просто под настроение. И тоже, опять же, стоит недорого, это недорогое удовольствие. У меня есть и поменьше тоже вот эти цепи. Если вы любите что-то поярче, такое помассивнее, то присмотритесь по качеству. Мне очень нравится это изделие. Наверняка это не всем надо, но я все же поделюсь. Если вы, например, мастер по маникюру и ведете свою страничку, то учтите, что это очень удобно, это недорого. Можно купить сразу несколько. Качество печати мне нравится. Это такая плотная бумага, которая не отсвечивает, то есть она не глянцевая. Каждый раз получаются красивые фотографии. Я вставлю вам примеры из своего инстаграма. С одной стороны, это типа как камень, а со второй как мрамор с такими рыжими вкраплениями. Очень эффектно смотрится все, что угодно. Так что берите на заметку, если вы не знаете, как выбрать какой-то недорогой фон, чтобы, например, сфотографировать ногти там, или что вам нравится, косметику фотографируете, или, возможно, вы продаете какую-то бижутерию.
что-то в этом духе, то красиво вот можно все разложить на такой бумаге. Потом скрутил все, свернул как-то, поставил, и это все не занимает много места, как я сказала. Я решила поделиться с вами наводкой на вот эту сумочку, которую я заказывала в прошлом году, потому что сейчас в актуальной коллекции Zara я увидела очень похожую, но она хуже по качеству, это раз, а во-вторых, она вообще не вместительная. Эту я заказывала и все думала, насколько она будет практичной. Скажу так, что, во-первых, она увесистая, потому что здесь много самого материала, из которого она выполнена. Видите, в прошлом году я относила ее с огромным удовольствием, и ничего не отвалилось, все с ней прекрасно. Она пришла в такой дутой упаковке, не коробке, а она такая мягкая. Ну, короче, при транспортировке она не гнется, не деформируется, и выполнена тоже, вот знаете, идеально. Даже продавец положил в таком атласном мешочке отдельную вот эту не бусинку, а целый элемент, если вдруг что-то произойдет. Но, как видите, она до сих пор в хорошем состоянии. И внутри даже есть подкладка такая серенькая. Здесь что-то лежит. Не хочу переворачивать. Она не застегивается. Это, конечно, не самая надежная сумка, но в качестве какого-то такого интересного аксессуара я часто ее носила. И даже когда мы ездили отдыхать, я все равно умудрялась тянуть ее с собой. Настолько красиво она смотрелась со всеми летними сарафанами, с какими-то такими обычными шортами, обычной рубашкой. И кому-то нравятся такие аксессуары, кто-то считает их немножко такими инфантильными, скажем так. Я иногда люблю, опять же, под настроение, и на AliExpress есть много вариантов. Если не такое, если хочется чего-то поменьше там, то вы тоже найдете. Но мне это настолько нравится, что я буду продолжать ее носить в этом году. И последнее в этом видео, это, казалось бы, самая обычная вещь. Очень универсальный чехол, который может быть как женским, так и мужским. И он, опять же, недорогой, но к качеству у меня нет никаких претензий. Вы также можете подобрать в другой расцветке. Были такие розовенькие, милые. Я не знаю, почему я вдруг заказала черный. Видимо, у меня было такое настроение. И вы можете подобрать чехол под вашу модель телефона. А так, нигде ничего не торчит, нет никаких неровностей. Ну, вы сами можете видеть вблизи. Оставлю вам обязательно все ссылочки внизу и какую-то дополнительную информацию. Если я о чем-то забыла, если что-то недосказала, все будет указано в инфобоксе. Если вы любите видео об AliExpress, если вам понравилась моя подборка, если вы узнали что-то интересное, если вы просто приятно провели время в моей компании, не забывайте поставить пальчик вверх. Я буду благодарна за поддержку. Всех целую и обнимаю. Пока-пока. До новых встреч уже совсем скоро.